Поздравляю с Днем Знаний, с началом нового учебного года! Белые банты, строгие костюмы, букеты цветов, отличное настроение и теплая солнечная погода. День знаний в Волжске по-настоящему удался. Героев этого праздника много. Школьники, волнующиеся первоклашки, родители, учителя. Для каждого из них 1 сентября – особенный день. Когда я была в садике, я очень хотела в школу. Это очень круто, когда идешь в первый класс, знакомишься с учителями, ищешь новых друзей. Это очень хорошо, волнительно, переживаешь. 1 сентября начинается новая жизнь у каждого ребенка, у каждого родителя, я считаю, потому что и родители, и ребенок, они учатся вместе, конечно же. Сегодня 1 сентября, и я пришел в школу. Я мечтал пойти в школу, потому что тут хорошо. Основная и средняя школа. Не обошлось и без почетных гостей. В День знаний Волжск посетил временно исполняющий обязанности главы МРИЭЛ Александр Евстифеев. Он побывал на месте строящегося второго здания школы номер 5 и встретился с директором. Коллективу быть готовы к работе в новых условиях, потому что я так понимаю, что если мы перейдем в новое здание, то должно быть достаточно количества квалифицированных учителей. Предметников прежде всего, которых, как правило, не хватает. Английский, немецкий, французский, китайский обязательно. После летних каникул ученикам предстоит настроиться на плодотворную работу. Однако для многих возвращение в школу – это радостное и долгожданное событие. В этот день каждый вкладывает особый смысл. Родителям – это забота, ученикам – это новые трудности в постижении новых знаний в приобретении. Довольно счастлив, наверное, потому что этим прекрасным днем, этими прекрасными словами, которые были сказаны сегодня. Ну, и что-то новое в жизни появляется. Школа все-таки, дом родной наш. Сегодня праздник 1 сентября. Мы его ждали, потому что все, наверное, хотели в школу. Когда я пошла в первый класс, я была очень рада, потому что у меня были ощущения, что я заведу новых друзей, и я получу много новых знаний, и мне приятно было познакомиться с новой учительницей. Я скучала по школе. Я сегодня встретила друзей, которых не видела все лето. В Волжске в этом году за парты сели более 6000 детей. Увеличилось количество первоклассников. 1 сентября все городские школы успешно подготовились к встрече своих главных героев. Дарья Веселова, Антон Макаревич, Волжск 24.